Что? Потому что eBay, даже если свою жопу продам, все равно не куплю эту машину. Что-то слишком дорого. Мою машину не оскорблять. Она не утопленник. Она просто любит воду. Что? Не шучу, у нас тут тачки на сумму более 250 миллионов долларов. Одна из них стоит аж 100 миллионов. Сколько? И мы будем их взрывать, плавать на них, ездить, даже летать, чтобы показать вам, почему они такие... Что? Давайте вместо М5 эту машину купим. Дорогие, начнем с этой тачки за $1. Буквально ржавое ведро. Почему вы продаете эту машину за доллар? Как видите, она бесполезна. Берите этот доллар и по рукам. Понятно, что это кусок мусора. Но если потратить 20 тысяч на ремонт, она поедет. Ладно, заводите этого красавца. Я не думал, что она доведется. Сколько? Как она вообще едет? Пахнет дымом. Безумие! Тачка за доллар! Тачка за доллар! Тачка за доллар! Тачка за доллар! Ну что ж, это была тачка за доллар. Хорошо, что я вышел. Машина за 100 тысяч долларов, которая едет сама. Не шучу. Сейчас в ней никого нет, и она движется. Посмотрим, за что просят 100 штук. Тесла покупает именно потому, что она может ехать сама. Итак, я больше не управляю машиной. О, она перестраивается. Она буквально едет сама. Я не касаюсь педали. Тут можно просто на мое лицо посмотреть и все понять. Газа, и не касаюсь руля. Джимми, хочешь сказать, что можно спать за рулем? Нет, не делайте это. А, ладно. Теперь посмотрим, как быстро она может ехать. Это плей. Это пугает. И это только начало. Дальше у нас будет тачка, которая превращается в самолет и летает. Что? Да я не верю в эту хуйню. А пока. Вау. Глянь на эту ламбу. О, чуть не врезался. Веришь, что отдал бы за нее 200 тысяч? Я в нее не помещаюсь. Они вообще умеют водить ламборгини? Почему его брата не посадили? Как включить передачу? Думаю, надо нажать переключатель. Порядок. Сука, даже он знает, а вы нет. Теперь мы едем. Осуждаю твои мысли. О, под горку. Боже мой, как она несется! Да уж, сил у нее полно. Боже, эта тачка просто безумие. Я не думаю, что водил машину быстрее этой. Если хотите что-то компенсировать, то эта тачка для вас. А теперь машина за 300 тысяч долларов. По мнению некоторых, самая безопасная в мире. Она словно танк. Это машина военного образца. Ого, какая она высокая. Просто ты только что сидел в ламборгини. Верно, верно, в сравнении. Разберемся, почему она такая безопасная. Во-первых, пуленепробиваемые стекла такой толщины. Кроме того, она покрыта броней с защитой от взрывов, которую мы испытаем позже. Вау! Карл, хочешь нажать на кнопку? Очень хочу. Хочешь включить дымовую завесу? О, да! Вау! Что? С ума сойти! Реально, дымовая завеса! О, боже мой, воняет! Кстати, прежде чем взорвать тачку за 300 тысяч, мы взорвем обычную и посмотрим, выживут ли пассажиры. 3, 2, давай, брат. 1! Бог маму ебал! Мало того, что она горит, так еще и манекенов выбросила наружу. Мы проделали в ней люк. Она плохо справилась. И прежде чем взорвать эту тачку, я положу в нее фистаблс. Лучше защити мой чертов шоколад. Утверждается, что машина защищена от взрывов. Но никто это не проверял. Посмотрим, выживут ли манекены и, что еще важнее, фистаблс. 3, 2, 1! Она просто подпрыгнула. Машина пережила взрыв, получив лишь пару царапин. На окне есть скол. Так, стоп. Где фистаблс? Чендлер, не мешайся. Чендлер! Фистаблс выжила! Если вы ищете машину, способную выдержать взрыв бомбы, я официально рекомендую это. 300к баксов. Сколько это? А какой она взрыв может? 29 лямов. Бля, все, что имею, даже свою жопу продам, все равно не куплю эту машину. Бля, что-то слишком дорого. Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай! И поехали! Навесим на нее тюнинга! У нас его полно! Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП. То доплатим 200 тысяч и возьмем эту машину-катер. 1, 3, 5 точно есть, даже больше.
На полмиллиона долларов. На суше это обычный автомобиль, разницы не видно. Но вот что интересно. На его пропеллер сзади. Достаточно заехать на нем в воду, и он превращается в катер. Первым будет... Сколько он за нее дал? 500к? Долларов? Брат, у меня есть такая одна красная машина. Будет Карл. 500к долларов дал бы. 20 тысяч долларов даешь на моей машине, 30 тысяч долларов даешь, я тебе даю катаешься. Погнали! О, мне как-то... Алло, пацаны, просьба, еще раз кто назовет мою машину топливник, отвечаю, я сделаю вам сбор. Сбор на бан долбоебов. Кто пишет тип-тип-тип, яга утопленник, кеша. Вот отвечаю, сбор создам. Если он заполнится, то я вас всех перебаню. Черт, мою машину не оскорблять нахуй. Она не утопленник. Она просто любит воду. Ее тянет туда. Да не по себе! Мне не по себе! Я отправил их первыми, чтобы убедиться, что все работает. Мы тонем? Нет, мы... Хорошо, вы можете так называть мою машину. Вы... Но никогда я их продаю. Договорились, блядь. Вроде работает. Посмотрим, что будет. О, мой бог, мы едем по воде. О, боже! Удерживать кнопку до сигнала. А вот и сигнал. Теперь долбоёбы ебаные, я из-за вас полгода машину продавал. А вот он пиздит. Почему все продают полгода машину? Нет, бля, просто так, вот по кайфу столько ждать. Могу управлять ей, как обычной машиной, но на воде. Да, держись. Охуенная машина. Это невероятно. А, вот подожди нахуй. Еще 5 секунд назад это была машина! Я понял все, ну так типа. Я бы поехал с ними, но меня укачивает и в машине, и на лодке. О, так, порядок. Боже мой! Карл, хватит! Карл! Делаешь суету! Дрифт делаешь! За руль! Тут да, согласен. Вот так, Дека! То, что все трое ездят на машинах по океану, это безумие! Джимми, я обожаю эту штуку! Сложно поверить, но это только Ой, начало видео! 500 тысяч? Следующая машина из списка может летать! А так как я боюсь высоты, я пустил за руль Карла и Нолана. Чувак, что происходит? О, блядь. На этой машине не только разрешено ездить по дорогам, но она также может взлетать на 2,5 километра вне... Ну... Наш, а? Эба. У этой тачки реально пропеллер! Стой здесь и смотри, как она взлетает! Все наши братья! Она взлетает! Вась, колеса охуеть. Уже не касаются земли! Охуеть. Это реально летающий автомобиль! Машина становится все безумнее! Я не могу поверить своим глазам! В километре над моей головой... Того все ебал, сколько бы денег мне не дали бы... Хуй бы я туда сел! Хуй! Летит машина! Боже! Это пизда! Это было так круто! Мне кажется, 600 тысяч за такое, это просто даром. Приготовьтесь к посадке. Далее машина за миллион, но я привез не одну. Как вы понимаете, множество машин стоит 1 миллион долларов. Чтобы угодить всем, мы собрали 10 самых крутых тачек за миллион долларов. И, как обычно, в нашем распоряжении автодром. Поэтому я позволил друзьям выбрать любую машину. Вот, блядь, вот... Когда Шачир такой видос запишет и скажет, вот приезжай и любую, какую по кайфу бери. Как думать, какую бы я взял? Мне интересно, у нас вкус совпадает или нет? Бля, или ты как вы хорошо меня знаете? Вот из всех этих машин. Да, Ford GT, Lambo. Не знаю, что это. Ford GT, McLaren. Ford GT, Ford GT, Ferrari, Mustang. Какой нахуй Мустанг? Я у мамы ебал. Нахуй мне нужен, блядь, этот Мустанг, ебучий старая хуйта, блядь. Сюда трек приехал, на Мустанге буду ездить, блядь. На Мустанге вот так чилишь, 20 едешь, похуй. Взял бы вот эту, как бы разъебался, блядь, Мохито клуб. Я просто поеду с тобой, выбирай. Какая красотка. Я в нее помещусь? Ладно, не буду сидеть в телефоне за рулем. Это частная территория, тут это легально. С кайфом. Мы никогда не умрем! Эй, не сглазь! Я словно в гонках NASCAR! Мне так весело! Это похоже на форсаж! Есть что-то мужественное в вождении дорогущих громких автомобилей. На частном автодроме. На частном автодроме. Погоди, надо отправить сообщение. Ладно, шучу. Я врежусь. Прошу, нет. Боже мой! Делаешь? Мы поделаем публике в тачке за миллион! Пока парни катаются по трассе, я покажу следующую тачку. 2 миллиона долларов, ограниченный Фу тираж, это. Едет на водороде. Без шуток, она Шу... работает на водороде, а выхлоп – это питьевая вода. Машина еще в стадии Фу, разработки, блядь. Так что это всего лишь прототип. Я никогда не испытывал таких трудностей при посадке в машину. Ну, хорошо. Как она закроется? Первое впечатление – дверь медленная. Сейчас мы свернем на дорогу. Удобно, брат.
А что, ведерко поставил сзади на фаркоп? Повесил. Конденсат собрало. Остановился. Хурт! 200 грамм, 200-граммовый стакан. Так. Хурт-хурт-хурт-хурт-хурт-хурт. Вот так. И дальше поехал. Ого! Это очень важно, потому что этот автомобиль еще никогда не выезжал. Ну, просто 2 миллиона долларов. Это сколько я Байкал могу купить? Надо было мне раньше сказать. Эта машина испытательный образец. Поэтому езда на дороге вызывает сомнения. Смотри на ту даму. Она снимает наш автомобиль. А пока мы едем, я расскажу вам о телефоне Samsung Galaxy Z Flip 5. Особенность которого так. В том, что он буквально складывается пополам. Бум, половина размера. Кроме того, я бы пристегнулся, но ремня здесь нет. Вокруг меня полно машин. Убирайтесь от моей тачки за 2 ляма. Увидимся у следующей машины. А сейчас на трассе самая редкая и мощная тачка в мире. Стоимостью 10 миллионов. Что это? Дай скажу. Это Кёнигсект Вейде. Существует в единственном экземпляре. Это самый быстрый в мире серийный автомобиль. Боже мой. Да. Краски кузова, дробленые бриллианты. А страховая разрешила ездить на нем только владельцу. Думаю, это крутейшая дверь, которую я когда-либо видел. О! Ты псих! Сделаем да, это. Да, сделаем это. А вот факт, я довел взрослого мужика до слез. Правда? Да, до смерти его напугал. Я откину голову назад, чтобы не удариться. Почему так быстро? Я никогда... Секунду! Эта машина одна из самых быстрых на планете, благодаря двигателю V8 с двойным турбонаддувом. А весь кузов сделан из углепластика, Кабона. Поэтому весит почти на 220 килограммов меньше, чем Lamborghini. Я никогда не видел ничего подобного! И сколько она едет? Я словно на американских горках. Бля, пацаны, я бы не стал ключ на ключ. До 100. Подожди. Пацаны, а что за хуйня? Он эту машину же не купил. Он просто в аренду взял. Подожди. Видим автомобиль за 20 миллионов. Итак, Джей Лена более 20 лет вел Tonight Show. Сегодня он владелец одной из самых впечатляющих коллекций автомобилей в мире, в которую входит и этот McLaren F1 за 20 миллионов долларов. Нет, шляпа. Она после вашего стука начала открываться? Это хай-тек. Грабители, даже не пытайтесь. Что делает его таким ценным? Движок V12, углепластик. Он очень легкий, разгоняется до 387 км в час. Это сколько? До сих пор рекорд для автомобиля без турбонаддува. Вот кое-что интересное. Как видите, здесь три места. Вау. Весит около тонны. Вау! Как у меня сиденье в шреке. Современных машин весит примерно 1800 тонн. Его скорее можно сравнить с мамой Нолана, чем с другим автомобилем. Верно, именно так. Маму за что? Да маму Нолана ориентировались при ее проектировании. Парни, хотите прокатиться? Ну, конечно. Я ни за что не влезу на среднее сиденье. Очень неудобно. Не так уж и... Я и хуй... Плохо? Да, неплохо. Совсем прикинь, на маму ругают, там на видос 1 миллион подписчиков. Типа, сколько у него подписчиков? 183 миллиона? Бывает, я со своими 300 тысяч там вообще что делаю? Здесь я червь там вообще. Плохо, вполне удобно. Гусь. Как ни странно, три места очень удобно. Ты можешь быть в Англии, а ты в Америке. Как давно у вас эта машина? В каком году ты родился? В 98-м. Вот в 98-м и купил. Я вылез из мамы, а он такой, а давайте отметим рождение покупкой этой машины. Верно. А, вот и продолжение. Я твой батя. Интересно. За сколько вы ее купили? За 800 тысяч. Вау. Все тогда думали, она никогда не окупится. Но потом цена стала расти, расти, расти. Сейчас она стоит 20 миллионов. Это безумие. По сути, автомобиль приносил вам по миллиону за каждый год владения. Я думаю, можно и так сказать, да. Карл, что ты думаешь о машине? Мне нравится. Бать. Что тебе мешает купить ее? 19,9 миллионов. Вы когда-нибудь попадали в аварию? О, да. У меня было много аварий. Спасибо за то, что покатали нас. Нет проблем, ребят. Это было идеально. Следующие два автомобиля такие дорогие, что всегда хранятся в музее. Вместе они стоят 80 миллионов. Сколько? Тонов долларов. Каким-то образом мы убедили музей дать нам эти машины. Отлично. Это же Ягуар и Астон. А вот сейчас видео сорвет вам крышу. Заведите этого красавца. Афера. Это 30 лямов. Теперь за 50. Если честно, мне больше нравится та, что за 50. Итак, я в машине за 50 миллионов долларов с Donut Media, а Чендлер в машине за 30 миллионов с Бо Букманом, автомобильной легендой. Вы готовы?
А вы готовы? Я готов. Погнали! Авто, где едет Чендлер, такое дорогое, потому что оно было создано в качестве подарка основателю Феррари, основателю Форд. Это единственная версия этого Феррари, когда-либо созданная. Осторожно, яма, не поцарапайте. Не замечаешь, как плохи дороги, пока не сядешь за руль автомобиля за 50 миллионов долларов. А поскольку эти машины такие дорогие, за нами едет полицейский эскорт, который следит за тем, чтобы никто к нам не подъезжал. С ума сойти. Эй, прибавим скорости. Как она едет? Прекрасно. Рашан, а вы хуй сосили мой Ягуар, а он сам в дорогом мире. Моя кепка! Ну ладно. Пока мы развлекались, Боб Упман разогнал эту машину за 30 миллионов долларов до предела. Это сколько? Эй-эй-эй, погодите! Тормозите, машина заглохла! Погодите секунду, мы слишком разогнались. Машина за 30 миллионов заглохла! Мы вылезаем из машины, пока не сломали их. Прокатимся на первой в мире Феррари за 100 миллионов. Большинство представляют автомобиль за 100 миллионов долларов. Стук. Примерно так. Но вы удивитесь, узнав, что это автомобиль за 100 миллионов долларов. Он имеет такую историческую ценность, что водить его можно лишь этому музейному работнику. А ездить можно только по этому мосту. Полицейские перекрыли дороги. Мы попросили дорожных рабочих засыпать каждую выбоину и очистить всю улицу, чтобы не нанести ущерб автомобилю за 100 миллионов долларов. Охуеть. Это будет безумие! Хорошо? Теперь мы на мосту! Боже мой! Взгляните на это! 100 миллионов долларов мчатся по улице! О! Я опять потерял кепку! Он потерял кепку! Во второй раз! Бесплатная кепка к самому дорогому авто! Давай! Ну же! Потрясающе! Есть ли что-то веселее этого? Ладно! Втопите! Погнали! Боже, потрясающе! Надеюсь, вам понравилось! Давайте сбросим ядерную бомбу на мост! Подпишись, и я куплю маме Нолана беговую дорожку! Шучу! Мама Нолана, мы любим вас! Как они заебались на маму ругать? Ебанутые! Как они маму ебут каждый выпуск? Ладно, лайк, красавчик! А у него есть такой, типа, 500 тысяч, типа, и следующий выпуск? Подпишись, или я заберу твою Баку.